название нашего специального предложения сегодня — брюки-стрелка. 1699 рублей, название незатейливое, но на самом деле это очень богатая модель, да, Света? Ты знаешь, Надюшенька, я оценила уже по достоинству наличие кожаного эффекта, мне очень нравится. Брюки-стрелка названы потому, что на передней планочке наших брюк имеются специальные стрелки, которые зрительно удлиняют ноги. И знаешь, что я заметила? Вот вообще для меня большая проблема, как выбрать для себя брюки. Но эти брюки настолько идеально сели на меня, нигде ничего не пережимает. Ну, давай расскажем все секреты. Да, давайте расскажем все секреты. Кожаные брюки, Света, так ли это? Конечно, Надюша, бренд Благов сегодня выбирает самые последние, наверное, новейшие технологии. И мне очень радостно, что сегодня изделия из кожи мега популярны. Это тренд 2017 года. Интересно. И то, что брюки выглядят действительно как эффектная кожа, отличает их от любой базы. Но самое главное, Наденька, это текстильное трикотажное полотно, посаженное на вискозу. Именно поэтому брюки обладают невероятной эластичностью, плотностью, и поэтому хорошая посадка гарантирована. Слушай, ну я обычно видела черный цвет. Ну хорошо, ну темно-коричневый, но такого разнообразия цветов не встретишь больше нигде. Давайте выберем сейчас ваш цвет. Мне очень нравится, Надюша, что я выбрала для себя сегодня оттенок бордо. Очень красиво утягивает бедра. Мне нравится, что эти брючки сидят красиво на любых формах. Если у женщины богатые формы, даже будет еще и красивее. Брюки-стрелка выполнены у нас в трехрасцветной палитре. Бордовый, очень красивый зеленый изумруд. Кстати, Надюша положила глаз именно на малахитовый цвет. Да, потому что мне понравился очень богатый цвет, цвет драгоценных камней. Ну еще, Наденька, если говорим с тобой про драгоценные камни, то ни для кого не секрет, что сегодня женщины очень любят сапфир. Именно поэтому брюки-стрелка темно-синего цвета – это замена черному. Слушайте, ну это прекрасно, да, у нас нет черного цвета сегодня, но зато у нас есть красивый, благородный, темно-синий. Согласитесь, что он играет совершенно по-разному, вот, в отличие от черного, поинтереснее, скажем так. Наша Лали выбирает темно-синий цвет. 1699 рублей – это специальное предложение сегодняшнего дня – брюки-стрелка. Ты знаешь, Надюша, вот если честно, я бы даже побоялась выбирать брюки из натуральной кожи, потому что, как правило, это должна быть отличная выделка, чтобы тело дышало. Но сколько могут стоить такие брюки? Я сегодня за новые технологии, за то, что никто не пострадал при пошиве таких брюк. Да. Смотри, Наденька, внутри у нас вискоза. Ну, а мы все знаем о том, что как декоративная вискоза, так и натуральная вискоза обладают гигроскопичностью, гипоаллергенностью. Ну и, конечно же, нося такие брючки, мы можем носить их как на колготы капроновые, так и на голые ножки. Ну что ж, это очень удобно, то есть мы сами решаем, но на самом деле, конечно же, самое главное – это комфорт, понятно, но внешний вид, вот этот внешний лоск, внешний блеск – это идеально. Это, конечно же, ну, брюки, интересно, на каждый день или ты порекомендуешь их для торжественных мероприятий? Знаешь, или Надюш, как вариант? Ты знаешь, вот в чем секрет этих брюк? Сегодня уже женщины даже прекрасного возраста могут позволить себе носить базовые брючки даже на торжественные мероприятия. Вот такой глянцевый блеск позволит выбрать красивую блузу, как на мне и на Лали. И я так смело могу отправиться, например, 8 марта куда-то на корпоратив с вами. Очень эффектно будут выглядеть женщины. И что самое интересное еще в наших брюках, это то, что наличие декорации тоже позволяет носить как короткие вещи, декорация, так и длинные. Так, давайте поговорим об этом, потому что действительно важно. Либо вы тунику надеваете, да, длинную, которая все скрывает. А если это блуза, например, да, укороченная? Итак, что же украшает наши брюки? Ну вот смотри, у тебя идеальная талия. Я бы женщинам с такими пропорциями, у кого тип фигуры груша, могла порекомендовать носить укороченные блузы для того, чтобы подчеркнуть талию. А вот я, например, закрою свободной блузой свои секреты фигуры. Поэтому я выбираю очень нарядную блузу в цветок. Мы попросим нашего продюсера напомнить ее название. Блуза Доминикана плюс наши брючки-стрелка – это отличный ансамбль для того, чтобы 8 марта быть не такой, как все. Не такой. Это прекрасная альтернатива нарядному платью. Если вы хотите отличаться на вечере, выберите яркие, интересные, стильные, неподражаемые брюки-стрелка и дополните их любой блузой или туникой. Конечно, лучше блузу, чтобы не скрывать всю красоту, потому что у нас здесь есть чем похвастаться. Давайте посмотрим. Давайте. Надюш, я развернула брюки для
для того, чтобы продемонстрировать имитацию на задней части брюк карманы и кокетка. Я обожаю вещи, которые вылепливают мою фигуру. Здесь я вижу удивительную способность ткани к эластичности. Она тянется по всем направлениям. Представьте, как эти брючки будут подстраиваться под ваши особенности. Ну и благодаря кокетке никаких лишних объемов в зоне талии. Это прекрасно. То есть ничего не будет сковывать ваши движения. Мы поговорим сейчас о линии талии, но визуально ваша фигура становится идеальнее. Давайте посмотрим на длину ног. Света, вот мне нравится, что эти брюки, они как будто бы нас вытягивают. Ты совершенно права. Ты знаешь, Надюша, визуальный эффект более длинных и стройных ножек здесь добивается за счет фасона. Угу. Это брюки классической формы, но слегка заужены к низу. Именно, кстати, ох, какие формы! Я не могу просто оторвать взгляда. Мне нравится, когда женщина выглядит соблазнительно, благородно при этом, эффектно. И, кстати, как говорил Александр Васильев, длина брючек иногда должна закрывать каблучок. Для того, и это правильная длина. Мне очень нравится, что у меня длинные ноги, брючки сели идеально. Для женщин среднего роста, как наши Лали, например, брючки будут чуть-чуть закрывать каблучок. И это хорошо, потому что эти брюки будут выглядеть прекрасно, достойно и с каблучком, и с сапогами, да, и с ботиночками. То есть мы можем менять обувь по своему усмотрению. Однозначно, Надюш, вот здесь выбор, вопрос, какую обувь выбрать, точно не встанет. Угу. И потом, меняя верх, нарядные блузы, джемпер, ты можешь отправиться на любое мероприятие, и на работу тоже. А я бы сейчас хотела еще пригласить наших женщин обратить внимание на соединение двух брючин. Вот это, Наденька, пожалуй, один из важных вопросов, который меня волновал. У меня были очень часто такие неприятные ситуации, когда швы расходились. Это часто бывает у женщин. Поэтому здесь две брючины бренд Благов соединяют методом наслоения ткани друг на друга. Это позволяет вам чувствовать себя уверенно и защищенно в течение дня. Итак, будьте уверены в себе, в своем стиле, в том, как вы выглядите. Доверьтесь брендовой одежде. Если раньше вы думали, что бренд – это слишком дорого, мы развеем ваши опасения. Сегодня брюки Стрелка по суперспеццене. 1699 рублей. Я не верю своим глазам, если честно. Итак, как все-таки правильно подобрать дистанционный размер, Света? Я думаю, что женщины с выбором цвета определились. Теперь выбор размера. Лали носит 54, на ней брюки Стрелка 54 размера. Я ношу размер 52, на мне брюки 52 размера. Отлично сели и даже свободно. Поэтому выбираем размер в размер. Для женщин, у кого слишком широкие бедра и вы любите свободу, рекомендую вам выбрать брюки на размер побольше. Спасибо за рекомендацию. Ну а я со своей стороны, конечно же, рекомендую вам экономить. Скидка 1100. Цена только сегодня 1699. Вы только вдумайтесь. Брюки такого плана в магазине будут стоить от 3000 рублей. И даже у нас завтра цена на них почти 2800. Я не понимаю, зачем переплачивать. Проведите этот день сегодня с нами, потому что у нас только самые выгодные предложения. Это рубрика «Мода», но это еще не все. Оставайтесь с нами, мы продолжим наше знакомство с новинками.